Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц септември, 22-й день. Той же день житие Петра Святаго и же прежде Майтарбе. Read for LibriVox.org. В африкийской стране бе Майтар именем Петр, не милости взяло, и же николи же помилува ништего, не имеяше памяти о смерти, не же к церквам Божиим хуждаше, и уклоняше уши своя от просящих милостыни. Благий же человеколюбец Бог, не хотя и смерти грешников, но пекися о спасении всех, и ими же весть судьбами, кой гождо спасаяй, той и с Петром сим сотвори по благости своей, и спасея го сицевым образом. В едино время нищие убози на улице сидящие, начаше хвалите дома и милостивых, и Бога за них молите, а не милостивых укоряху. Дойде же слово и до сего Петра, яко отнюдь не милости весть, и вопрошаху друг друга. Взяли кто когда от дому Петрова какову-либо милостыню, и всем рекшим, яко никто же, что взял от него, воста единобоги и рече, «Что ми дадите, я сиду ныне, и испрошу у него милостыню», и сотвориша залог между собою. Шето бонище и стал врат дому Петрова. Изходящо же Петру из дому и носящо на осле бреме хлебов ко князю на обед, поклони се ему нищи и сотвори ви залог с други своими, и нача просити милости и неприлежно крича. Он же не обред камене, похити хлеби, верже на нищего, и порази его в лице и отиде. Нищи же похватив хлеб, прииде к дружини свои глаголя, яко от самих руки го взях хлеб той. И похвали Бога, яко Петър Майтар милости весть. По двух же днях разболе се Майтар и даже до смерти приближа ся. Изрит себе в видении на некоем судище изтезуема и дала его на мерила полагаема. На единой же стране мерила стоях умурени зело смрадни и злообразни, на другой же стране мерила стоях у мужи светли зело и благообразни. Мурени убо принесше вся злая дела, яже Петър Майтар от юности во всем житии своем сотвори полагаху та намерили. Светоносни жени часо же благо обретаху от Петрових дел, я же бы и положити на другой стране мерила, противо злых его дел от бесов приносимых, и стояху унылый, и недоумеюще се друг ко другу глаголаху. Мы уму ни часо же имаме изде. Тогда отвеща един от них. Воистину не имаме ни часо же, то чию един хлеб, и го же даде Христу прежде двух дней, и то неволею. Вложише же хлеб той на другую страну мерила, и абия притягну вес паче первия. Тогда реше к Майтарю благообразни они и мужи, иди убогий Петре и приложи к хлебу сему, да не поймут те темнообразни и мурени, и введут те в муку вечную. Пришедже в себе Петър размишляше яже виде, и уразуме яко не привидение, но истина бе виденно е. Узребо вся от юности судеянные грехи, их же уже и забый, вся та собирающи мурени намерило полагаху, и глагола в себе удивляющи се Петър, а ще един хлеб е гоже вергох на лице у Бога гусице поможе ми, яко не пояше ми беси, коль ми паче много е милостейния, с кротостью и усердием творима я помогает тем, и же нещадно свое богатство раздают у Богим. И от то ли бъйст попремного милостив, яко ни самого себе пощадете в усхоте. Некогда и душто ему в свою мътницу, сред его некий корабельник наг, обнищавай от изступление корабельного, и же припадче к ногами го просяше да подасти му одежду, и же покрити нагото тело своего. Петър же совлек с себе верхнюю одежду добру, многоценну, даде ему. Корабельник же стыдя се в таковой одежде ходити, некоему купцу продаяти дадею. Случи се же Петру, возвращающий му се от мытници своя узрети одежду, а оно висещо на торжещи продаему, то го ради оскорби се зело. И пришед в дом свой, не вкуси пищи от печали, но затвори двери клети своя я и сидяше, плача и рейдая, и помишляя в себе глаголаше. Не прия Бог милостини моя я, не бих достоин да памет мою имать убогий. Так ускорбяй воздыхай усну мало, и се зрит некоего благообразно, и паче солнце сияюща, крести муща го на главе своей, в ту одежду одеянного, и уже он даде корабельнику обнищавшему, и слышите го глаголюща к нему. «Что плачешь и скорбя, брате Петре?» Он же отвеща. «Как у не имам плакать и владыку мой, яко я же даю убогим от тех, я же дал меси, та у не паки продают на торжищах.
Тогда глагола ему явлеся. Познаваше ли одежду сию южиаснушу? Майтар же отвеща. Ей, владейко, знаю, як у моя есть, ей же одеях на гагу. Рече ему явлеся. Не скорби, чадо. Се от нели же дали си унищи му аз приях ю и ношу, яко же видиши, и хвалю добро е твое приложение, яко от зима им я гибнуща одеяли си. Воспринув же от сна Майтар удиви си и нача блажити убогия, и рече в себе, аз ще обози Исус Христос, жив Господ, яко не умру, донде же буду и аз, яко един от них. Абия же раздаде вся имение своя нищим и ръба и свободи, един оготочил ръба остави в рече ему. Тайно хощу поведе ти тебе, юже сохрани и послушай мя. Аз ще бо не послушаеш и мя и не сохранише завета моего, то вещ яко в язейки продам тебе. Рече же ему раб. Ся, я же велише ми, Господине, должен я съм сотворити. И глагола ему Петър. Пойдем во святей град да поклоним се животворящему гробу Христову, и тамо продашт мене некоему от християн и цену мою дашт убогим, и сам свободен будеши. Раб же он удивли се от таковом странном начинании Господина своего, не хоте послушати его и рече. И ти с тобой во святей град должен я съм яко раб твой, а еже продатите господина моего, не буди то, не сотворю се го никако же. Глагола же ему пак и Петър. Аз ще не продаси мене, то аз продам тя в язейки, яко же преждерех тебе. И доша в Иерусалим. Поклонивши се же святим местам, рече пак и кръбу. Продашт мене. Аз ще же не продаси ме тъй, то аз те продам варварум в работу тяжко. Раб же виде непременно и намерение господина своего, послушай го и не хотя. И обред некои го знаем о себе мужа богобоязнива, среброкузнеца художеством именем Зуила, рече ему, послушай ме, брате Зуиле, купил мене раба добра. Сребропродавец же глагола ему, брате, ими ми веру, яко обнищах и не имам часо дати за него. Глагола ему пак и майтарев раб, возми взаем кого злато и купи его, зело боест добър и благословите те Бог его ради. Верував же словесе ми го Зуил, взял някой го друга 30 златников и купи за ония Петра у раба его, не веде и тайнито я, яко Петър господин е стръбо своему. Раб же он и взем цену за господина своего, отиде в Константин град, никому не поведа я, я же сотвори, и ценото раздаде убогим. А Петър у Зуила работаше дело и дело, ему же не навъйче прежде, овогда поварния службу творя, овог даже гной от дому Зуилева очищая, иногда же в винограде землю купая, и ней ми работай ми и страдан ми муча тело свое, смиряя се безмерно. Зуил же видя, яко дом его благословен ба из Петра ради, яко же иногда дом Пентефриев и Йосифа ради, и богатство умножи ся, возлюби Петра и стыдяше се зря безмерно его смирение. Едино юже глагола ему. Брате Петре, защо прочее свободите те и к тому, яко брата те имети? Он же не хоте свободен бъйти, но рабски служите ему изволяше. И бе множици и увидите его от иных рабов поругаема, иногда же и биема и различни оскорбляема. Он же вся сия терпяше молча. Во едино же нощ Петър зрит во снеона го солнцеобразна го, и же яви си ему в Африкии, нося и одежду его. Той държаше 30 златник в руце своей и рече к нему. Не скорби, брате Петре, аз бо приях цену твою, но терпи до времени, донде же познан будеши. Полете же некоем приидоше от страна и африкийски нец и сребропродавци во святая места поклоните си я и призва их Зуил господин Петров в дом свой на обед. И внегда обедете им на чаша гости познавати Петра и друг другу глаголаху. Колико человек са и подобен ест Петру Майтарю. Петър же разумев то, крееше лице свое от них, да невесма познан будет. Обаче они познаше его добре и начаше глаголът и звавши му их. Господине Зуиле, още мрещи тебе веш некою, да веси яко велика человека имаше в дому твоем служаща тебе. Воистину бо Петър е сцей, и же велик бе властелин в Африкии, и многи ръба и своя свободи. Но воставши и меме го, зелобо княз оскорби се его ради и печалует се у нем. Петър же внестоящи слыша си я их глаголы, и положив на землю блюдо еженушаше, тече ко вратом двора избежати хотя.
Вратар же онаг у двора Бенем и глух от рождения своего, и жеточию помаанием отверзаши и затворяши врата. Щаще се же изъйти раб Божий Петр, глагола к немому. Тебе глаголю именем Господа нашего Иисуса Христа. Отверзи двери вскоре. Немый же проглагола. Ей, Господи, вскоре отверзу. Я би отверзи ему и изъйди. Пришед же немый ко Господину своему пред всеми проглагола, и все иже в дому его удивише се, яко услышаше его проглаголавше. Воставши же поискаше Петра и не обретоше. И глагола немый. Блюдите еда како убежа, ибо велик раб Божий есть. Егда бо ко вратом прииде глагола мисице, во имя Господа Иисуса Христа тебе глаголи отверзи, и абие видех от усте го пламен исходящ, и же куснуся устом моим, и проглаголах. Воставши же вси гнаше вслед его и не постигоша, и всюду прилежно поискавши не обретоша. Тогда плач велико не им сотвориша, яко не ведях от такова бъйти раба Божия, и прославише Бога и мъща го многие сокровенни ръбъй своя. Он же бега и человеческия слава и крееше се по незнаемым местам, даже до представления своего к Богу, и му же слава вовеки. Аминь. В той же день памет преподобного Иона и пресвитера, отца Теофану Канонов Творцу и Теодору Начертанному. Конец жития Петра Святаго, бывшего майтаря. This recording is in the public domain.